Союз молодежи Алмалыкского горно-металлургического комбината объединяет в своих рядах юношей и девушек в возрасте до 35 лет, работающих в подразделениях предприятия, стоит на страже их интересов, способствуя их профессиональному росту, морально-нравственному, политическому, патриотическому, культурно-просветительскому развитию. В связи с этим во всех подразделениях ОГМК ведется систематическая многоплановая работа. Одно из ее направлений – мотивация молодых людей к научно-исследовательской и рационализаторской деятельности, плоды которой послужат развитию экономики, а также помогут молодым специалистам заявить о себе как о профессионалах. Примером такой работы стала промышленная экскурсия в Ташкентский инновационный учебно-производственный технопарк ИНО Министерства инновационного развития, организованная Союзом молодежи 4 апреля. На экскурсию с целью оказания практической поддержки в реализации новых идей молодежи и ее ознакомления с актуальными современными технологиями были приглашены более 20 молодых специалистов ОГМК. В ходе экскурсии молодых работников комбината ознакомили, что инновационный технопарк построен на основании постановления Кабинета министров Республики Узбекистан от 15 октября 2020 года о дополнительных мерах по ускорению инновационно-инвестиционной деятельности в республике, а также указа президента от 28 января 2022 года о стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Основными задачами инновационного технопарка является создание необходимых условий для творческого мышления талантливой молодежи, в том числе студентов, научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава, привлечение молодежи к инновационной предпринимательской деятельности, организации бизнес-инкубаторов и экспериментальных площадок, обеспечение их финансовыми, маркетинговыми, юридическими и консультативными услугами, создание единой площадки для развития стартап-проектов, предложенных предприимчивой молодежью, сопровождение в реализации стартап-проектов на основе частичного финансирования и вхождения в состав учредителей. Таким образом, инотехнопарк – это научно-технологическая и техническая база для реализации инновационных проектов. Он создает современную среду мирового уровня для разработки инновационных и конкурентоспособных продуктов и услуг в области IT, индустрии, биотехнологий, электроники, робототехники, промышленности, их продвижения как на внутреннем, так и на мировом рынках. В ходе экскурсии молодые работники комбината ознакомились с биотехнологической лабораторией, лабораторией анализа плодородия почвы, выставочным электромобилем, звуковой лабораторией, робототехникой, кабинетами стандартизации, которые были оснащены современным оборудованием. А затем молодежь комбината выступила с предложениями представить ряд своих разработок. Одним словом, экскурсия стала своеобразной мотивацией для разработки рационализаторских предложений.